мы почти доехали до Батуми. Осталось нам 56 километров. И, собственно, начался дождик. Нас встречает победоносный дождь. Вот такое бывает, наверное, в Грузии. Единственное, это либо минус, либо плюс. Ну, с одной стороны, температура 21 градус. Например, в Башкирии вчера был град со снегом. Было 0. И это июль месяц, 1 июля. Ну, вот такая погода в нашем, на нашем чудном земном шарике происходит в 22 году. И не только. Видно какую-то речку морскую. Море. А, это море, да. А все, пожалуйста, вот там море, ребята. Море. Наблюдайте море. Море, да. Да, дорога. Наше путешествие до Батуми вроде как бы завершается. Мы почти доехали. Осталось нам выполнить несколько квестов. Это найти жилье, временно перекантоваться. Вот. Помыть там, отремонтировать чуть-чуть машину. Ну, как бы там нам поменять колодки тормозные. Ну и начать вам рассказывать про недвижимость в Батуми. Как можно и где купить квартиру или апартаменты. И неплохо на этом заработать. Да, на этом заработать, на сервисе. Собственно, мы это сделали, и мы это будем сами проходить. Соответственно, те, кто проходит, значит, у них появляется экспертность. Обращайтесь, пишите. Будем с вами общаться, разговаривать, находить взаимные интересы. Продолжаем просмотр. Итак, мы приехали в Батумибайск. Welcome. Батумибайск. Твоя фьючер. Не видно отсюда, но красиво. Итак, вот-вот наш Лас-Вегас. Лас-Вегас-Батуминск. Батуминск, мы приехали. Ждите нас во все желачные заведения. Якута с Ильичом. Казино, шмазино. Шмазиной обязательно. Так, вот огромный порт. Порт Батуми. Всякие билдинг, шмилдинг. Кока-кола, кстати, не ушла из Батуми. Как и Макдак. Как и Макдак, да. Как и Инстаграм и все остальное. Все очень шикарно. Но мне даже нравится. Я вам скажу, что типа Панама Сити. Если кто не был в Панаме, вам достаточно побывать в Батуми. Красота. Казино. Так, видеоблог. Как мы начали с Максом работать джампшутами. Вон туда выкатывай. Это технический этаж. Первый. Ничего. Равшан и Джамшута тоже работают. Это мы приехали в Батуми делать ремонт в своей квартире. А квартира у нас находится на 27 этаже небоскреба.